Семья – это когда одна половинка любит другую, и у них выходят дети, и они живут в радости и горе. Это когда два человека влюбляются, и потом у них появляются дети. Это когда папа, мама и ребенок или малыш живут вместе. Это такой круг родных и близких, которые тебе всегда помогут. Любовь это когда кого-то любишь. Это бывает между мамой и папой, между сыном и дочкой, между папой и дочкой, между мамой и дочкой, между сыном и дочкой, между сыном и папой. Это когда сильно-сильно обнимаешь и не хочется отпускать. Или когда берешься за руку и тоже не хочется отпускать. Когда твои любимые занятия или вещь, или родной человек могут стоить тебе очень дорого. Ты даже готов, отдать свою жизнь за этого человека. Да, мальчик любит девочку. Они ходят друг к другу домой, делают подарки. А когда они вырастут, у них будет свадьба. А что такое верность? Это когда ты должен дать обещание, что будешь всегда с другом, например, в горе и радости, в счастье и горе. Когда играешь только с ним, ни с кем больше другим. Когда помогаешь ему во всем. Ты когда кому-то доверяешь сердце. Она бывает белая. Оранжевая. Она пахнет мандарином. Раз цвет бывает больше всего белое и голубое, розовое. А форма бывает больше всего овальная или круглая. Она бывает круглая, квадратная, бывает дегтярная. Из него можно делать мыльные пузыри. Да, моя лицо такая пупырышка. Это такая вредная штука, которая бывает на лице. Эти полоски бывают только у старых людей. У старых бабушек, у старых дедушек, у старых мамых, и у старых пап. Оно может находиться в луже, особенно в грязи его больше всех. Его мама замачивает. Оно может быть слишком грязное и может пройти прямо внутрь одежды. Это появляется от еды или напитков, или от грязи. Это такая густая смесь, которая наносится куда-то на человека. Оно бывает на обуви, для лица, для рук. Это вещи мы мажем руки, и лицо, и даже ноги, и тело. Оно делает кожу мягкой и упругой. Положить в ванной такой шкафчик внизу, а он белый. А это такие мелкие-мелкие частички, которые положены в баночку такую. Это вещь на тертом терке, очень мелко. Она даже похожа на пылинку. И используется в стирке. Бывают белые, зеленые и черные. Могут даже делать тети и мамы.
даже папу. Мама обычно ее наносит вечером. И она делает тоже кожу очень мягкой. И очень вкусно пахнет. А иногда бывает очень странной. Она бывает зайчик, бывает лисичка, бывает мишка. А еще мама ее надевает на лицо, что потом она очень страшная, и ее не узнать. И папа очень ее боится. La 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 la. La 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 la